Ремонт проспекта Мира может закончиться уголовным делом. Специалистов из краевой прокуратуры и дорожной отрасли не устроило качество укладки дорожного покрытия. К тому же выяснилось, что подрядчики выполняли не все работы, предусмотренные в техническом задании. Красноярцы жалуются, что после реконструкции проспект Мира стал выглядеть только хуже. Напомним, ремонт центральной улицы Красноярска начался 1 июля и должен был закончиться 31 октября. Однако в срок подрядчики выполнить работу не смогли. Материалы прокурорской проверки 1 ноября отправлены в органы внутренних дел для решения вопроса об уголовном преследовании.